Подготовка детей к школе, непродолжительный отдых на море и партийные дела. Так проведут некоторые депутаты пятидневные мини-каникулы по случаю национальных праздников. Ранее законодатели нового созыва отказались от отпусков и учредили внеочередную сессию парламента. Спикер Игорь Гроссу говорит, что заранее запланировал, как проведет выходные. Это время, чтобы подготовить детей к школе, съездить к маме и помочь в огороде. 1 сентября уже будем в парламенте. Плюс национальные праздники. Это тоже займет какое-то время. До 1 сентября еще нужно успеть на ярмарку школьных принадлежностей. Вице-председатель парламента от блока коммунистов и социалистов Влад Бетринча был немногословен насчет своих планов. А депутат от ПДС Дан Перчун хотел выпавшие выходные съездить с семьей на море. Возможно, поедем с семьей, еще не решил. Надеюсь провести несколько дней на море, скорее всего, в Греции. Представительница партии Шора Марина Таубер говорит, что посвятит это время партийным делам. У нас намечено несколько мероприятий в городе и Аргеевском районе. Также наша фракция планирует возложение цветов и участие в ряде официальных мероприятий и акций. Осенняя сессия парламента начнется уже 1 сентября и продлится до конца декабря.